Всем здравствуйте! Известная актриса Татьяна Догилева в открытую заявила, что устала бороться сама с собой. Ее борьба за изменения во внешности и борьба за молодость измучили артистку. «Да, я постарела, я поправилась, я изменилась. Я просто такая, какая есть. Это не хорошо и не плохо», — отметила актриса. Татьяна Догилева считает, что огромное уважение вызывают у нее коллеги, которые активно следят за собой и придерживаются определенных диет. О себе артистка говорит, что она пенсионерка, которая смотрит много сериалов и не стремится к общению. Она также отметила, что выбрала для себя закрытый образ жизни. Но о том, чтобы уйти в монастырь по примеру Екатерины Васильевой, она не думает. Сейчас артистка живет одна. Напомним, что первый брак Догилевой продлился 3 месяца. По ее признанию, на тот момент она была молодой и неопытной женщиной. Первым мужем актрисы был помощник режиссера на съемках фильма «Безбилетная пассажирка» в 1978 году. Там и произошло знакомство молодых людей, после чего они вскоре поженились. Второй муж актрисы был сатирик Михаил Мишин. Их союз продлился до 2008 года. Незамедлительно многочисленные поклонники звезды начали рассуждать, что же случилось с внешностью народной артистки. «О боже, как Догилева изменилась и постарела, возможно, у нее гипотиреоз, выглядит на все 80, совсем за собой не ухаживает. Нельзя опускать руки, надо следить за собой», — высказывались пользователи сети. Хочется надеяться, что совсем скоро мы сможем увидеть похудевшую и посвежевшую любимую артистку миллионов. А у нас на этом все. Берегите себя и своих близких. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!